My what? My Стих. Котики мои, я вам крайне не советую выходить на улицу. Мультик. Знаете почему? Потому что там выпал снег и так холодно. Вот снег. И даже коты мои не хотят выходить на улицу. Вот носки жести, можете заказать жестёк, я бой склад. Едем дрифтить, а котики дома в тепле. Давайте подкармливать животных, которые оказались на улице в такую непогоду. Уличных бездомных животных хотя бы подкармливать, а лучше забирайте домой, как я этих трех забрал. Потому что ребята, без нас они не выживут. Нам нужна их помощь. Им нужна наша помощь. Если я буду знать, что вы кормите животных, особенно собачек, потому что коты еще могут в подвалах спрятаться, ну и котика, и птичек, тогда я буду счастлив, и мне не нужно подписки и лайка, просто кормите животных, и я еду дрифтить, потому что у меня хорошее настроение. Ну, снег выпал опять. Офигеть, погнали. Погнали. Погнали, 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 мультик, погнали, мультик, мультик, мультик. Шиншилка. Шиншилка. Что, разъехались лапки у тебя опять? Мне лапки разъезжаются чуть-чуть. Это породистые. Ну, кто от меня убегает? Давайте, на раз, два, три, кто-то должен убежать от меня. А ну, мультик, бегаем, 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 бегаем. Перед тем, как ехать дрифтить, нужно подрифтить с мультиком, да? Это их поле боя, поле дрифта, они тут точат когти, тут зацеп хороший. Ну что, погнали? Хорош, малая, хорош. Давайте наточили когти и погнали. Давай, малая. Давай, малая, давай. Покажи нам, что ты спасла. Так, мультик, нужно боком зайти, это не контент. Давай боком покажем, как ты заходишь. О, врезалась в диван. Надо выжить, что ты жесткая, жестим. Давай, малая. Ой, мультик. Контент сейчас будет, подождите, нам нужно сначала контент отснять. Когда снимем контент, тогда будет контент. Мультик хотел на камеру напасть. Мультик, давай сюда, на мышку. Хотел сейчас на камеру напасть. Мультик, давай. Хорош. Чуть-чуть боком зашла все-таки. Молодец, мультик. Вот это кот. Вот это котище. 6 кг. Счастья и любви. Рыжего счастья. Кстати, Бойс, и совсем забыл. Ремонт моста, который я сломал во вчерашнем видео. Мы не сняли. В комментах пишут, что это не мост сломался. Сейчас спрошу знатока. Вот, самонастойка стабилизатора сломалась, чек он называется. Как правильно написать в ютубе? Я не знаю. А что ты знаешь? Ничего. А Макдональдс меню знаешь? Конечно. Вот и выяснили, хуй знает, что сломалось. Но мне починили за пару часов. И на следующий день мы сразу же выехали снимать с коленом дрифт на основной канал. С этих кадров, которые вы увидите сейчас, я и смонтирую дрифт под музыку на основной канал. А вы увидите сейчас весь бэкстейдж, весь материал, с минимальными нарезками. Извините за минимальный монтаж в этом видео. Делаю видос на быструю руку, чтобы быстрее приступить к монтажу видоса. На основной канал и доделать уже наконец это. Свой рэп-клип, в котором я задисил всех, кого можно и нужно. Колян, блин, это какой-то дед. Ну,
Ебать, ебать, случайно, я думал, взорвёт. Чё? Я ебашу на бабки все. Да? На кольце? Ебать, дрифти. Надеюсь, мы будем тебя не расчаем. Сейчас будем ехать сзади тебя. Поехали, вы за размер за ноги. Колян, хочешь первым поехать? Да, мне пофиг. Или за мной подстраиваться будешь? Я могу сзади тебя. Ну, давай сзади. А потом наоборот. Люстру включаем и погнали. Или что? А нет. Я не знаю, что тут дымит. Это же жига, поэтому дымит. Вот на третьей передаче вообще норм. На третьей вообще прикольно. Седай, Вадим. Протри стекло, Вадим, себе курткой. Хочешь, я протру. Я должен делать все за оператора. Давай вытру. Дай вытру. А, это наклейка? Чё ты кричишь? Всё, давай. Ты ж, ну не кричи. Добрый день! Дымок был? Да, вот тут? Да. Провода дым. Бордюр въехал чуть-чуть. Давай еще разок. Я там... дымыль, ебался. Ты у тебя? Серьезно? Да. Я думаю, в бордюр. Давай в эту сторону, там машина ехала. Короче, нужно, чтобы кто-то ехал первым. Ты ебешь. А не, просто кто-то, чтобы ехал по улице. Вот сказал чисто, и мы едем. Я хочу на всех скоростях, и я... Можешь туда на поворот поехать и скажешь нам, позвонишь, что чисто, нет машины, мы врываемся на скоростях. Окей, все, давай. Поломався газ. Пиздец. Поломався газ? Да. Було таке раніше? Ні. Що у тебе сломалось? Скажи. Що іменно? Газулька. Хорошо, що не тормоз, а сказав. У Коляна газ сломався. Вадим, блядь! Чи так довго? Що, Вадим? Набор? Да. Хорошо, що у Вадима є набор. Тебе Вадим і Петя допомагають. Скрупки обычные 4 кило, так вот. Давай якийсь крепче сімся. Воно ці крепше. Давай. На ці. Зламаєш, блядь, новий купляєш. Поняв? Поняв. То резко. То дрота намотати, то йопки, що ти їбешся на? Що ти воно? Чуєш? Кажу, дротом обв'язати і все. Які обв'язати? Ось тако, ось сюди намотати дрота і сюди обв'язати. Нахуй ти колхоз йобаний. То їбись дротом, нахуй. Їбись дротом, блядь. Вся команда выехала поснимать дрифт, а у Колян отказал газ. Треба его трогать, чтобы помочь. Я так не кидаю в ногу, блядь. Я его трапкой вытираю. Скажи, что дротом, я думаю, я так само трактор привязываю.
ти дротом вже біжи, Вадима в трактори так само. То ж серйозно кажу. То ж загинається, Вадим. Ну я знаю, що ти його не загинеш. Давай, ти їбиш. Обичною конструкцією не загинеш, а цими будеш їбатися. І зараз ламаєш того тягу, на. Кажу, паскогубці обичні восьми. То ж гнеться, що ти цей? Бить більше. На, зроби, давай. Роби, взявся ти роби. Я не брався. Не так, до себе візьми паскогубці. Так, будеш де більше плече. Куди ти його тут будеш брати? Ти що, ручник чи ти хава? Кажу, до себе, візьми паскогубці, отако, і в тебе буде більше плече, на. Ти плече. Давай, тягну. І що, в карбюратор впирається, ти, Вадим? Кажу, що дротом в'язати буде тримати. Ну зараз ламаєш твою тягу. Йопта, які ви трудні люди. Треба стяжки чи ні? Ну і зараз ламаєш, тоді треба буде. Ну не загинеш ти його. Але... Дай стяжку. Кажу, візьми дротом. Вадим, дай стяжку. Стяжку, просто стяжка і все. Є дрот. Дай стяжку, давай. Нахуй ти дрот. Дрота і все, бо отому перетерлась та є. Калян, давай дротом Вадим зробить. Калян, воно надіжніше буде, реально. Це ж відлетить. Давай дрот. Калян, дротанян. Я опять тебе потом скажу, нахуй. Короче, ребят, сломали жига. Блин, что ты руль выскальзываешь? Что с рулем? Так попроси отвертку, блядь, Вадима же была отвертка, да? Сейчас закручу себе руль наконец-то, то это капец какой-то с раскрученным рулем, опасно. Вообще он щелкает где-то, сбивает уже. Чуть не раздолбались. Ребята, Мишаня открутился руль. Да, и чуть не разбился. Чуть не разбился, открутился руль на 80 через 100 км в час. У меня нет спидометра. Ехал. О, уже не щелкает, нормально. О, лучше. Ах ты ж, блядь. Дай, попробуй. Нажми, нажми просто. О, спасибо. Шарик. Руль этот еле поворачивается. Кино, блядь. Поехали. Там даже за снегом не видно, есть ли там бордюр или нет. Выворот позволяет без задней выехать. Переднюю понесло, понял? Хуёво, блядь. Хотів так сделать тривок, а воно тих передню. Что, ударить колено опять на трассу туда, чтобы вылетел? Нет, так нельзя делать, ребят, осуждаю сам себя за такую мысль. Прет что-то, да? Да. Походу.
походу вот этот Defender или как его. Я не можу по асфальту. Дугам поїздив, я попробую, колянто вийшло в нього. Щас я ще попробую. Ну будемо тут. Нахрен туди їхати. Ні, ну більше нікуди не треба, тут снімати. Оці клевери. Да, так, і тут можна. Треба вниз. Дивися, так отут розвертаємося, їдемо з горки. Вниз. Так. Да. А потім розвертаємося. Але вниз піздець опасно. Опасно вниз. Ну я вниз не буду, я тільки під верх, бо я ще не міг. Каляна, їдь за... Давай вниз, їдь за каляном. А чи це на другий їхав? Йобаний в рот, їхав на другий. Бля. Все нормально, нормально, нормально. Под контролем почти. Да, дрифту нужно учиться. Блять, поскорее бы отсюда выйти. Моя жизнь не стоит тех денег, которые он мне платит. Жизнь. Четвертий день дрифта для мешания жизни на Жигулях. Шо? Уехала туда, чтобы не объезжать много, через встречку. Охуенное предложение Колян, от которого я, пожалуй, откажусь. По встречке ехать на огромном повороте, еще и в метель, когда так много фур на трассе. Теперь понятно, почему права выдают с 18. Хотя не факт, что люди в 18 начинают думать, если до этого не думали. Лол. Да не, как мы на один там снимем. Да? Да. Yeah.
Вот ребята остановились без бензина на трассе. Из-за того, что нет датчика, как он называется, Коль? Нет датчика, который показывает, что есть бензин. Спасибо большое, Вадим выручил. Надо, чек тут Вадим есть. Теперь не Андрюха помощь, а Вадим помощь. Вадим, допомога. Отсюда не снимет, отсюда аж видео сдалека. Фух, блин. Хотя у них вряд ли бы снялось на регистраторе. Ну занесло машину, я выровнял. Что сделаешь? О, смотри, боком чувак как раз зашел. Хорош. Тут занесло нормально. На асфальте резко остановились, да? Вот такую супру я хочу себе. Вот уже пацки залетели ко мне на прокат. Чисто на нормальном мониторе поиграть. 49 дюймов. Я использовал его только для монтажа. Как тебе, Вадим? Нормально. Так, что, ребятки, в CS рубанем 1.6. Шучу, в CS GO. Буду тренироваться сейчас рубить CS GO. Уже у меня 5 часов наигранных. Типа клыпа.